Thank you.
This is really loud, isn't it? Yeah. Это просто замечательно, вам здесь нравится. Итак, мы сейчас готовы ответить на любые ваши вопросы, если у вас есть. О нашей группе. Я бы хотела спросить Андреаса о том, как он развивает свой собственный звук. Один вопрос. So, better ways to develop your own sound around the drum kit. Which ways I develop my own sound? Yes. I don't know. Не знаю. I just listened to a lot of music during many years and tried to absorb as much good music as possible from outside and Я слушаю, просто слушаю много разной музыки в течение многих лет. Я стараюсь впитать в себя, поглотить все, что я слышу вокруг себя. Yeah, so when I was 20, I didn't have my own sound, and I was still absorbing and trying to do stuff. But as I get older, I get more and more my own. So it's just a long travel. Когда мне было 20 лет, у меня еще не было собственного звука. Я просто слушал, пытался впитать в себя то, что я слышу. И с годами у меня уже развился, у меня появилось свое видение и свой собственный звук. But in this band, our sound is also built on the premise that the drums shouldn't always overblow the pianos. So we try to never play with sticks in this band, because the mellower sound from the brushes and the broomsticks. Но в этой группе самое главное для меня — это не затмевать пианино, то есть звук не должен быть слишком заметен. И поэтому я не играю палочками, я играю кисточками и другими более мягкими предметами. Сначала я хотел бы вас поблагодарить за то, что я услышал за все ваши концерты и филармонии, и драмтеатры. Я считаю, что это одно из лучших джазовых представлений. Что вас вдохновляет, какая музыка, именно как группу, а также, может быть, индивидуально каждого, какие конкретные исполнители. Ваша музыка очень мелодична, и мне бы хотелось знать конкретно, какие исполнители вас вдохновляют. First of all, thank you for your wonderful words. I think that we all three have listened to a lot of jazz, also pop, rock, hip-hop, everything, but when it comes to when you're young, you have to listen to everything and check everything out, but then it's mostly about what you're not will bring in your music, because you have to exclude many things to have your own style.
So that's what we try to stay clean to our style. Then you cannot suddenly play bebop in our songs. You have to stick to the sound and to the melodies. Я слушаю, мы слушали очень много джаза. Мы слушали также и другую музыку, мы слушали фолк, рок, поп-музыку. Когда мы молоды, мы слушаем очень много. Ко всему надо прислушиваться, но чтобы развить свой собственный стиль, не все надо принимать, чтобы слышать. Нужно выбирать, что вы возьмете к собственному стилю, чтобы свой стиль был чист и он был индивидуальным. Я слушаю джаз, я хотела бы с вами поговорить о джазе. Существуют разные его типы, очень разные разновидности, например, афро-джаз или... Я хотела бы поговорить о том, какой джаз играете вы, какой ваш стиль, потому что кажется, что есть, присутствуют какие-то этнические мотивы в вашей музыке. Yeah, this last one is... And some of our songs have a bit inspiration from folklore. It's because of the Lydian feeling that they escaped. Некоторые наши произведения, в частности последние, было вдохновлено фольклорными мелодиями. Первое произведение, которое мы играли с хлопками, там это, в общем, вдохновлена, она, кажется, это мелодия из Ганы, это африканская мелодия. And over time, we will limit, as I said, we drew influences through the time. And I think now we don't think of where our influences come from. It's just part of our it's absorbed in our musical souls or something. So we don't actually think of where we don't think, oh, we need to have something of this, we need to have something. We don't think like that, and we just use our all the music that we absorb through the time. Мы слушали разную музыку, много разной музыки на нас влияла, но со временем мы перестали думать о том, нам нужно, чтобы присутствовало у нас вот такого стиля или вот такого. Просто мы слушаем, прислушиваемся ко всему, что вокруг, и то, что рождается, то и получается. Нет такого, чтобы мы стремились к какому-то стилю конкретному. Один небольшой вопрос к пианисту. Заметила, что вы на струны кладете ткань. Скажите, какие еще нестандартные способы звукоизвлечения вы используете? Может быть, что-то металлическое вешаете? Расскажите об этом, пожалуйста. I want to ask the pianist. I noticed that you put a kind of tissue on the strings in the grand piano. It's called unusual. What are the unusual ways of making a sound to use? Maybe you have something metal on the strings or like that? Yeah, this is a
put some, this time it was my sweater, between the metal and the strings, so it got a bit damp, more percussive sound. And sometimes I also use my hands inside to just get different sound on the piano. Because sometimes you get tired of the piano sound because it's so similar all the time, so then I need to check out some things. Сейчас я просто свитер подложил между струнами металлической частью, чтобы приглушить струнами. И получался такой глуховатый звук. Я иногда руками глушу струны, я что-то делаю руками со струнами, потому что звук пианино все время одинаковый, он надоедает мне, и я хочу что-то более интересное. Like this, I just put my finger on it. Я просто пальцем касаюсь струны сейчас. Вот, а это со свитером. Калимбу. И таким образом я достигаю другого звука. We have some videos on YouTube, and so you can also check out there. And we're also on Facebook. We have many videos there and crazy pictures. So please follow us on Facebook. Just search for Espanese with you and others. We would like to be your friends on Facebook. So please. На Фейсбуке, поэтому найдите на Фейсбуке Аспен Александрию, мы были бы рады быть вашими друзьями. What would you like to carry to the audience through your works, through your music, or maybe in particular in the last composition, if not only in our music? Usually when I write the music and when we arrange it together, we are only concerned with musical things, not with any feelings or thinking or concepts. It's only, and then after, we have to have a title, and we find a title. But this particular one was a little bit like walking in the woods, so that's why I chose that title. Обычно, когда мы делаем музыку, мы пишем, мы аранжируем, мы думаем только о музыкальных, технических вещах и не об идеях, не о концепциях. Вот, а когда уже в конце мы получаем произведение, надо думать, как мы его назовем. И вот тогда уже мы начинаем задумываться о том, что оно значит. Вот последнее, мы назвали его в лесу, потому что это похоже на прогулку по лесу, на ощущение, которое мы получаем из леса. And I also think it's much more interesting to leave it open for the listeners to make their own images and own feelings in our music. So it's very nice. People come to us, on this song I felt like this, on this song. So it's really up to the audience to decide what the music means. Также нам нравится то, что каждый слушатель слышит в нашей музыке свое. Мы оставляем слушателю возможность создавать свои собственные образы и идеи, когда они слушают нашу музыку. Поэтому зависит от слушателей, что они получат из нашей музыки.
where we said that the audience have to make their own pictures and images, and she very much felt that. And on the last one, she pictured volcanoes, and she asked if we have some concerts in Moscow. Действительно, у публики возникают свои образы при слушании музыки, в частности, вот, у девушки возник образ вулканов, а также вопрос, бывает ли у группы Aspen Alexandria концерты в Москве. So the answer is, we're not playing in Moscow this time, we played in Moscow 2 years ago. The nearest town is Tula. So, but we hope to come back and play in Moscow. Really soon. У нас пока не предвидится концерт в Москве. Ближайший город в Москве — это Тула. У нас будет концерт в Туле, но мы надеемся, что еще мы в Москву вернемся и сыграем там. Здравствуйте. Спасибо за хорошую музыку. У меня несколько вопросов. Поете ли вы и какое у вас образование? Thank you for beautiful music. I have two questions. First, do you sing? And the second, what education do you have? No. Нет. I've studied in the university, jazz and music at the university. Ну, я не пою совсем. Я изучал музыку в университете. Я там изучал джазовую музыку. I studied at the conservatory in Copenhagen in Denmark. Copenhagen? Yes. Я учился в Копенгагене, это в Дании. And I studied at the Norwegian Academy of Music in Oslo. Я учился в Осло в Норвежской музыкальной академии. Андреаса я не знал, просто я знал, что он хорошо играет, я его пригласила.